Так, всем здравствуйте, меня зовут Айгуль Богданова. Сейчас я хочу продемонстрировать свою картину, свое творение, которое называется «В поисках вечности» или же «Суд». Картина нарисована маслом и акрилом. То есть размер картины 40 на 50, картина 2023 года. Здесь немного затронута религиозная тема и вообще тема древняя, старообрядческая. Эта тема считается в социуме традиционной, будем так говорить. Здесь можно увидеть, что внутри этой картины заложена еще картина. Здесь показан человек, который плывет на лодке, и мы видим, что идет дождь. В картине присутствует в основном синее отражение, всего синего, то есть за основу взят синий цвет. Вот больше неонового цвета, будем говорить. Мы видим свечение из другого угла. Если смотреть на картину, то справа мы видим портал. Там тоже портал. То есть это высокий разум, да? Тот разум, где есть светоизлучение. Опять же, я свою картину исполняла, делала с краской так, чтобы воспроизводила так свое произведение, чтобы было видно свечение, мое свечение изнутри, и вообще, чтобы картина светилась. Вот. Значит, творец всего этого мира, всей вселенной, я здесь это отражаю. То есть тот высокий разум, который издает и, можно сказать, изваяет, да, то есть излучением. Вот. А здесь можно увидеть высокий разум в образе глаза, от которого струится свет, лучи которого пробивают насквозь. Если рассмотреть по детально сюжетами, то можно очень много всего увидеть. Хочется, чтобы человек сам, конечно, все увидел, поэтому я пишу просто общий формат информации. Человек в лодке приближается и уже почти весь светится. И видно, что проблески идут коричневого цвета. Человек этот земной. Он был обременен своими нагрузками, трудом, тяжелой работой или трудом. И весь его род такой, который проживал такую жизнь с поколения в поколение. И вот я, значит, указываю на своей картине, плывет этот человек на лодке, а то есть он воспроизводит весь род своего, то есть как он, своих предшественников. Вот. И получается, плывет его род, этого человека. И я вижу там сложенные крылья, потому что человек готов уже высветить свою историю, прийти к полному вразумлению, осознанию. Этот человек плывет сейчас на суд, к высшему разуму, у нас принято говорить к Богу. Поэтому я в этой картине отражаю больше светоизлучения, а значит, человек уже более просвещенный, он пришел к познанию, к осознанию своей жизни, зачем он живет, вообще зачем существует этот мир, и что он далеко не бренный, а что все-таки он создан для того, чтобы человек светился, издавал радость внутри. Поэтому я решила выставить эту картину на эту выставку. Всем спасибо.